У чебоксарских абитуриентов появился еще один шанс пересдать ЕГЭ по обязательным предметам этой осенью. Об этом сообщают в Министерстве образования и молодежной политики Чувашской республики. Проверить свои знания смогут выпускники, которые не сдали итоговые экзамены по уважительной причине, либо те, кто получил неудовлетворительные оценки по одному и более обязательному предмету. Также есть возможность улучшить результаты у выпускников прошлых лет. Русский язык и математику можно будет сдать по единому расписанию в сентябре и октябре. Для пересдачи выделят 3 дня – 26 и 29 сентября, а также 9 октября. Чтобы принять участие в итоговой аттестации, необходимо подать соответствующее заявление с 25 августа по 12 сентября.